This is Sparta! Раньше был алкаш и торчок, а теперь боксер и качок. Раньше был алкаш и торчок, а теперь боксер и качок. Если ты худой или сало свисало, потягай гантели и штанги в спортзалах. Давай, дружок, следи за фигурой, раскачайся, чтоб огромный был как фура. 150 на плечики и присесть. После тренировки с аппетитом будешь есть. Раздуйся, чтоб лопнули по швам штаны. Уважать на районе будут все пацаны. Девочки любят сексуальное тело, чтобы оно было рельефное и потело. Личное дело занятие спортом, но каждый хочет себя чувствовать бодро. Одни принимают амфетамины, как витамины, другие курят и бухают, как скотины. А эти пареньки молодцы, ходят в качалки, жмут железо и прыгают на скакалки. Руки как палки, были вчера, через полгода уже как колбасы, ура. Вот тебе и прогресс, эй, ты куда полез? Удар тебе в нос, у тебя ирокез. Они качки, тягали тачки, мужички здоровые, как бычки. Они качки, тягали тачки, мужички, и их боятся торчки. Мой уважаемый дружок Костя Воеводский после тренки съедает две сковородки макарон по-флотски. Это не предел, съедает весь холодильник. Утром в качалку, как прозвенит будильник. Скоро от грудины он поднимет 200. В такой тяжелый вес лучше не лезь ты, иначе штангу уронишь на шею. Потом попробуй голову пришей. Кто-то шахматист, ну а кто-то качок. Кто-то мужик, а кто-то мужичок. Вот так-то, тяжелый вес — это не для всех. У кого-то успех, а кто-то ненужный, как на жопе мех. Смех да грех, как выглядел раньше. Кожа да кости, набитые фаршем. Сейчас какие трицепсы, какие бицепсы. Че, желание есть, со мною будешь биться ты? Вижу, что у тебя нету желания. Приходи завтра в спортивное здание. Курс начнешь с маленьких гантелей. Помни, раскачанный дух в раскачанном теле. Они качки, тягали тачки, мужички здоровые, как бычки. Они качки, тягали тачки, мужички, и их боятся торчки. Они качки, тягали тачки, мужички здоровые, как бычки. Они качки, тягали тачки, мужички, и их боятся торчки.